сегодня вот эта точка, в которой много лет продают фастфуд различным, в основном шаурму, курицу, гриль, пирожки и прочее, стала одной из самых популярных мест вот в этом районе. Это район улиц 80-летия Москвы, улица Софьи Ковалевской, Дмитровский район Москвы. Несколько дней назад, вернее, за несколько дней среди клиентов этого заведения обнаружилось 32 человека, которые были обращались за медпомощью после пищевого отравления. Считается, что это произошло после того, как здесь была куплена шаурма. Из 32 человек 28 продолжают находиться в стационаре столичных больниц. Им оказывается медицинская помощь. По словам наших источников, вплоть до довольно серьезных последствий получили люди. Это, то есть, не просто пищевое отравление, желудок и рвота, но и кое-что посерьезнее. И вот, по словам местных жителей, уже 2 дня здесь завешены окна. И сейчас сотрудники силовых ведомств с помощью работников ГБУ «Жилищник» вошли в это помещение, сломав дверь. Рабочие пытаются вскрыть эту дверь, она, кстати, очень крепкая, там 2 замка. Пытаются войти в помещение сотрудники правоохранительных органов для того, чтобы в том числе взять на экспертизу продукты, которые могут там храниться. Сотрудники строительной фирмы днем покушали шаурму в данном заведении. И вечером, когда завершались работы, машина, которая их забирала, значит, они себя начали плохо чувствовать и, соответственно, не смогли добраться до дома. И на следующий день они не вышли на работу. И 4-й день 2 сотрудников нет на работе. А какие у них симптомы были? Рвота, кашель, ну и, соответственно, понос. Они сейчас в больнице находятся? Своими силами. Своими силами лечатся. А за какой-то медицинской помощью обращались? Может быть, им врачи что-то говорили, что с ними? Да, у них дисбактериоз, связанный с отравлением. И, значит, был назначен курс лечения, который они проходят дома. А не знаете подробно, что за курс лечения? Или, может быть, врачи могут сказать, чем они конкретно отравились? Нет, не знаю, к сожалению.